Видео снимается специально для сайта mashmaster.ru и для канала «Все о стиральных машинах». Расскажи об этом средстве, для чего его использовать, как ты его используешь. Это кондиционер для белья Lenor. Очень разрекламированное средство, я думаю, все о нем знают. Раньше это была такая бутылка обычного кондиционера, скорее всего, сейчас тоже продается. Но последние годы часто везде можно встретить Lenor Super Концентрат. Использовать его нужно в меньших количествах, бутылка меньшего объема, хватает на больший срок. Таким средством я пользовалась довольно долго, наверное, года два, может, больше. До этого использовала обычный Lenor, а потом Super Концентрат. Он мне нравился, но его нельзя класть много. Заливается Lenor в отсек для кондиционера в стиральной машине. Но нужно учитывать, что он супер концентрированный, и заливать его нужно прям совсем немножко. Иначе будет очень сильный запах. У меня с ним единственная проблема возникла. У него есть некоторый странный минус. Он густеет. То есть он постоял у меня несколько месяцев, наверное, пока я им не пользовалась, использовала другое средство. И он загустел, затвердел. Я не знаю, от чего это произошло, но заливать его можно, конечно, при сильном условии утруждений, но стиральная машинка его не переваривает в таком виде. В принципе, когда он был жидким, он мне нравился, и он использовался довольно быстро, но довольно активно, в плане не густел, но и хватало его надолго. Ну, пользуешься ли ты сейчас этим средством? Или сейчас другое предпочитаешь использовать? Сейчас, после того, как оно начало густеть, и я так и не поняла, как его использовать, я решила попробовать другое средство, жидкое, более дешевое, менее концентрированное, и оно меня вполне устраивает. Поэтому мнение у меня о нем неоднозначное. Запах не слишком яркий, но все равно в этой линейке нужно поискать такое средство, где не будет запах прям бить в нос. Видео снимала специально для сайта mashmaster.ru и канала «Все о стиральных машинах». Если оно было вам полезным, подписывайтесь на наш канал, жмите лайк, колокольчик, комментируйте.